Ну, потому что я победил, наверное, да? 2-3. 2-3. Наконец-то я хожу. Почему 2-2? Почему ты даже выиграл тогда? Был счет 3-1. Сейчас я выиграл. 3-2 стал. Так у меня-то счет 3 был. У тебя 2-то. Ой, у нас с тобой было... 1-3 было. Я выиграл-то, не ты. Не понял. Кто сейчас выиграл-то? Ты выиграл. Так. Ну вот, 3-2 стал. Ну, в мою пользу. В твою, конечно же. Ну да, 3-2, 2-3 я и подумал, что ты... В пользу Сёмы, конечно же. Я играю. Играй. Попал, молодец. Не в ту лунку ты попал, сынок. Опу-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 пу! Вообще на изи победу снял. Инициатива в моей пользу. Что? Да быть такого не может. Игрок года Семён делает супер удар. И это... Очень сложно прицелиться в тиски. Пожалуйста. О да, Семён. Нет, не биток, не биток. Ты видел, как биток остановился просто на грани? Да. Это тебя все равно не спутёт. Я даже не могу попасть ни в правый угол, ни в левый. Ха-ха. Черт, ну давай я тогда это разобью, что не стояли, не лежали. Отлично, классно. Хорошее расположение 8. Ну теперь я просто в выигрышном положении. Счет 3-3, ничья, играем до 4, да? Согласен? Нет! Что? Два шара сразу? Нет! Три забронированных лунки, только не мною. Ну что, поиграемся, Семён, с тобой? Поиграемся? Только я вот не знаю, как с тобой играться-то. Что сделать? Помолчи секунду. Неудобное положение тебя поставят. Угу. Ну ладно, в общем, ничья. Согласен на ничью? Нет. Давай, забьешь? Да, забью, конечно. 2x2=5 просто. Изи, изи, изи пизи. Я тебе предлагал ничью.